Всем привет! Сегодня с вами Даша и Алена. Сегодня мы будем играть. Надо безопасных задачей. Как там ты сказала? Надо безопасных задачей. Алена сказала. А как там еще раз? Меры безопасности для детей. Вот Маша и Дима, или Алена и Дима. Или нет, Даша и Дима. Нет, не так. Алена и папа. Не, давай Алена и Дима. Она. Алена и Дима. Да нет, подожди, можно я? Ладно, ты. Я только буду рассказывать. Вот сюда нажимай. Вот это? Да. Подожди. Мальчик Дима шел-шел и уронил мишку. Do not leave toys lying around on the floor. Подожди, Алена. Нельзя оставлять игрушки на полу, когда кто-то идет. Можно споткнуться, упасть. Алена, давай дальше нажимай на стрелку. Алена, подожди. Хочу сказать. No. Do not play with sharp objects. Нельзя брать острые предметы и резать кукле волосы. Или девочки настоящие. Давай. Нет, куки. Ну, кукле. Ой, а куда нажимать? Представь, вот это. Подожди. Do not lean out of the window in a moving vehicle. Мальчик Дима высовывался из окна. Это он уже остановился, там крестик уже показан. И он высовывался из окна. Дети, дорогие дети, нельзя высовываться из окна. Можно или упасть. А когда закрывают, можно прищемить палец. У меня такое было. У меня тоже. У тебя нет. Ладно, давай нажимай на стрелку. Жила Маша. Она хотела достать... Do not climb on the windowsills. Змей. Змей. И нельзя залезать на подоконник или на окнах. Это вот, например, Аленка вышла и открыла окно и вылетела из окна. Так нельзя делать. Ни в коем случае вы можете упасть и умереть. Давай, Алена, дальше нажимай на стрелочку. Однажды жила Алена и ткнула в себе ушко. И там вот есть такая барабанная пеленка или пленка. Нет, нет, когда же она втокнула себе в ухо. Да, и у нее опухло ухо. Давай, нажимай. И так, что... Подожди. И так, что нельзя засовывать острые предметы в ухо. Do not play with fire. Нельзя играть с огнем. Потому что вы можете... Алена, подожди. Теперь не нажимай. Always get off on the curved side of the road. Потому что вы можете обжечься. Вот. Однажды Маша вышла. И не надо вот. Где вот дорога, выходить и потом переходить. Надо подвинуться и потом выйти. А если там первый, ну где за рулем, значит надо посмотреть направо-налево, посмотреть, есть ли машины. Давай, дальше нажимай. Или только не нажимай. Я тебе скажу, ага. Вот Алена стояла. Прогорел зеленый свет. И она пошла. На зеленый цвет надо переходить всегда. На красный ни в коем случае. Ну, возможно, налететь в машину. Но обязательно надо всегда смотреть направо и налево. Потому что я вот когда шла из школы, у меня такое было, то что я не посмотрела направо и налево. И так машина быстро неслась. Мне сразу мама сказала, Даша! Алена, нажимай дальше. Кстати, ребятки, пишите в комментариях, какие вам мультики нравятся. Ставьте лайки. На всех видео и на детских и на Робоксе. Не спи. Однажды жил Дима. И он хотел съесть мороженое. И нельзя ни в коем случае, если мухи напали или на мороженое, или на пиццу, или на торт,
ни в коем случае нельзя есть. Уже надо или выкидывать, или объедки коту и рисовать. Однажды Маша и дядя, какой-то чужой, хотел подарить цветок. Не открывайте дверь незнакомым. Знаете почему? Потому что вам могут ошибиться. Вот я слышала, маму вот рассказывала папе, то, что одна девочка, знакомому дяде или незнакомому, просто зашел в машину. И он убил и бросил в реку. Как жалко эту девочку. Однажды Аленка пальцем, и она заэлектричилась. Как так? Поэтому ни в коем случае нельзя засовывать палец в розетку. Розетку. Нельзя ни в коем случае играть на дороге. Знаете почему? Потому что вас может сбить машина. А, я не рассказала историю, блин. Ладно. Не буду. Нет. Вот это. Смотри. Wake up early in the morning. Она же была девочка, но она... И она спала. Поснулась и... Короче, здесь... Однажды Алена проснулась. И надо каждый день в одно время просыпаться. Запомните. Однажды... Я вот все время сплю, потом просыпаюсь. Wash your hands properly before eating. Я вот все время... Тихо. Даже все время не это присыпляет, а я потом это просыпаю. Я имею в виду про ночь. Ладно. Ну, когда просыпаетесь утром, мойте руки перед едой. Потому что они могут у вас там есть. Но мы с Аленой не моем почему-то. Надо нам знать хорошую привычку. Brush your teeth in the morning and всегда чистите зубы утром и вечером. Да, я тоже буду. То, как моей бабушке не повезло. Она сделала зубы. Она, правда, чистила, у нее чему зубы. Сейчас они белые. Я это вечером чищу зубы, и утром чищу, и ночью. Тихо. Надо всегда смывать туалет, когда я делаю свои дела. Take a bath every day. It keeps you clean. Принимайте ванну каждый день. А то у вас, у девочек, может быть какая-то проблема. И у мальчиков, наверное, тоже. Вы видите, девочка моется. И мальчикам тоже надо. Всегда выбрасывайте. Throw rubbish in the bin. Всегда выбрасываем. Подожди. Всегда надо выбрасывать ведро. И потом вы можете сделать из этих объедков пищи, можете сделать компост. Компост — это земля. Так, самолетик. Пожалуйста. Вы видите, девочка собирает все. Put your toys away after playing with them. Не очень хорошая. Запомните всегда, надо всегда за собой убирать игрушки. Вот то кто-то может споткнуться и упасть. Она не споткнулась, но упала. Ну да, но она же перебиралась за собой. Knock before you enter somebody's room. Всегда надо стучаться, если ты хочешь пойти к своему соседу. Cover your mouth and nose when you sneeze. Закрывайте рот, когда вы чихаете. А то вы чихнете на человека. Say thank you when someone gives you a gift. Обрадовалась девочка, тогда ее подарок. Подожди, я скажу.
Надо всегда говорить спасибо, когда что-то тебе дарят. Это знакомый. First finish your homework before going to play. Надо всегда закончить свою работу, потом уже играть. Ну, давай, Алена, уже прощаться. Нет. Алена, ты сейчас поиграешь. Нет, ты не будем прощаться. Подожди. Не будем прощаться. Мы попрощаемся и, может быть, еще...